Вы только посмотрите на этих свежесрезанных красавчиков. Многие в салоне у меня задают мне такие вопросы. Что сделать, чтобы пионы в вазе стояли дольше? Ну, во-первых, нужно менять воду раз в 2-3 дня. Если все сделать правильно, пионы после среза простоят в вазе достаточно долго. Необходимо следить за ними, периодически использовать специальные подкормки, но злоупотреблять ими не стоит. А далее еще у меня спрашивают такой момент, как долго сохранить срезанные пионы в вазе. Кроме смены воды, нужно опрыскивать пионы из пульверизатора, прохладной отстоянной водой. Так они будут стоять дольше. Бутоны пионов дольше будут храниться и не раскроются в холодном пространстве.